Розовое озеро. Вот оно на самом деле такое? И что ты будешь вспоминать, когда вернешься домой? Сейчас пойду искупаюсь в этом озере, попробую. Ядовитое, не знаю, но на самом деле оно розовое. Вот. И, конечно, честь и хвала нашей механизации, что мы доехали. Но как это было сделано? Рецепт очень прост. 7 тонн запчастей, сумму называть не буду, насколько, да? И каждое утро мы имели просто новый автомобиль. Вот что касается подвески, мы полностью даже не разбирались о том, что хорошее, плохое. Все снималось, ставилось новое. Все снималось, ставило новое. У нас даже было опоздание на старт на 26 минут, потому что мы не успевали, когда люди уже очень сильно устали. Но в этом человеческий фактор, наверное, был самый тяжелый. А рецепт прост. Все. Вот как бы это не тренировка со спортивной точки зрения. Вот с точки зрения спорта. Вот, ты бы прошел это еще раз? И что нужно сделать, чтобы, может быть, было больше участников? Я думаю, после такого промоушена, который здесь был организован, что в следующий год участников будет, ну, скажем так, за сотню, это 100%, потому что, ну, видно настрой, скажем так, да? Вот, и, соответственно, мы поедем тоже. Мы уже дали заявку, поедем еще раз. За первое место биться не будем, я уже объяснял, да, что после того, что СССР очень хорошо ехать, ну, это, конечно, шутка. Вот, но все равно будем там, в том же составе.